В июле прошлого года научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга начал исследование общественного транспорта в Чебоксарах. В результате была создана полноценная пассажирская модель чувашской столицы с планом реформирования существующей сети. Цели, которые преследуют городские власти – уменьшение загрузки дорожной сети, повышение устойчивости работы муниципального пассажирского транспорта, улучшение экологической ситуации. Всего этого можно добиться, если сократить дублирующие маршруты, обновить парк подвижного состава на треть и перейти от транспортных средств малой вместимости к средним и большим автобусам. Для этого потребуется изменить 16 автобусных маршрутов и 2 троллейбусных. А после отказа от маломестных маршруток и замены их на средние и многоместные автобусы больше будут не нужны целых 20 старых маршрутов, например, 48, 59 и 60К. Предполагается, что программа будет утверждена на 10 лет и одновременно улучшит комфорт перемещения по городу для жителей и позволит решить ряд проблем троллейбусных предприятий Чебоксар. Документ опубликован на сайте администрации. Все желающие смогут внести свои пожелания. До конца июля программу планируют утвердить, а уже осенью приступить к реализации.